болтая слизью между зубов, как между стен больное тело. Методика проста, как А и Б, мой стержень ставлен в паз. Откидывая голову назад, сквозь эхо воет нечленораздельный звук. Пластичные движения рук и ног, необходимость говорить на общем языке. Все это рушится, как горка праха, стуваемая острым током. В глазах узорчатая сыпь, ломается, трещит, как позвоночник. Пустая, дикая, взрываемая прыть гудит внутри меня.